Хочу вам рассказать, как сделать домашний сыр из кефира. Получается, конечно, дело довольно хлопотным, но оно того стоит, потому что я просто обожаю такой сыр. Вы тоже будете в восторге, уверена. Рекомендую вам приготовить домашний сыр из кефира в домашних условиях. Получается прекрасное блюдо, которое нравится практически всем домочадцам. Так что попробуйте обязательно, думаю, всем понравится. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Кефир выливаем в кастрюлю и на маленьком огне держим до тех пор, пока не выделится сыворотка и творожок. 2. Отцеживаем сыворотку, должно получиться примерно 500 мл, и оставим ее на 2 дня бродить, творожок же можете скушать. 3. А теперь выливаем в кастрюлю свежее молоко и добавим настоявшуюся сыворотку, на маленьком огне варим, пока сыр не отделится, это недолго. 4. Солим, перемешиваем, завернем в марлю и тщательно отцеживаем под прессом на 3-4 часа. Когда лишняя вода уйдет, сыр готов. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Вот и все. Приятного аппетита. Ставим лайк и подписываемся. Теперь о составе нашего блюда. Кефир 1 литр, молоко 3 литра, соль по вкусу, количество порций 5. Не останься равнодушным. Вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До свидания, друзья!